Во вторник в Каире встретились генеральный секретарь Лиги арабских государств Амар Муса и лидер Хамас Халед Машаль. Они провели пресс-конференцию накануне объявления о завершении четырехлетнего раскола между палестинскими партиями Фатх и Хамас. Напомним, что в 2007 году исламистская партия Хамас, которая рядом стран считается террористической организацией, захватила сектор Газа. Западный берег реки Иордан остался под руководством движения Фатх во главе с Махмудом Аббасом. Договоренности о примирении стороны достигли на прошлой неделе при посредничестве Египта. Она предусматривает формирование единого палестинского правительства, которое в течение года будет заниматься подготовкой всеобщих выборов в стране. При этом на пресс-конференции лидер Хамас объявил, что это соглашение могло бы оказать дополнительное давление на Израиль. Власти Израиля, в свою очередь, раскритиковали соглашение между палестинскими фракциями. По их словам, Фатх должна выбрать между примирением с Хамас и миром с еврейским государством.